Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала. Сегодня, сегодня мы будем делать... Сегодня мы будем вскрывать очередную посылочку нашу. Кстати, мы рады приветствовать вас на нашем канале Step Family. С вами Денис, Настя, Паша, Даша и Даша. А сегодня мы вскрываем нашу посылку, распарываем ее, можно сказать, брюхо ей. Да. С нашей любимой доставки, любимый Василёк. Да, очень распространенная доставка. Распарывая ее. По всему Ютубу многие ее заказывают. Паш, помогай. Заказали, никого не видели. Паш, ты чё? Не видели в этот раз. Точно так же заказали все. Ох, наверное, моё. Так. Ну, честно, я понятия не заложено. Имею. Я, если честно, понятия не имею, что там заказала Настя. Я тоже понятия нет, потому что мне это было давно. Самому интересно. Давайте с первой. Это я уже вижу, это Денису. 52 размер. Ух ты, это что такое, футболка, что ли? Это, да, это футболка тебе. Можно по дому ходить, можно даже, слушай, я считаю, что даже можно на улицу в ней спокойно выходить. Слушай, она такая ну-ка. Очень классная, прикольная, вообще нарядная. Круто, да? Да, и Денису 52 размер. Как ты ее выбирала, интересно? Так, просто на глаз? Ну, да. Ну, мне понравилось, я заказала. Я понимаю, что если мне нравится, значит, и Денису понравится. Классно. Ладно, будем носить. Мне вот что нравится в любимом Васильке, да, попозже мы примерочку устроим, пока смотрим, что вещи все натуральной ткани. Хлопок. И очень... Это что такое было вообще? Она показывает свое платье. Да, а что смотри, да, ткани тут... все натуральные. Так, это что у нас тут следующее? Это давай. Трусики. Это трусики мамы. Мамины трусики. Ну ладно, думаю, трусики тут показывать не будем. Сейчас примерять их тоже, я думаю, не стоит. Там два. Примерять не будем, показать такое. Так, ну вот интересно. Вот это, скорее всего, уже нашим деткам, я думаю. Ну-ка, мама, давай. А это мне? Делай, вскрывали, типа, показывай, рассказывай. Это, знаете, что? Подожди, не помню. Знаете, сейчас спрошу. Я почему-то, все люди как люди, открывают аккуратно, я рву. Так, это у нас... Так, подожди, это... А, это знаешь что? Это тебе ночнушечка спать. Помнишь, ты когда маленькая, у тебя была такая ночнушечка? Это мне. Давно-давно, помнишь, Денис? Ну, у нее маленькая, такими кисками еще. Да, а она до сих пор есть, она бабушка. Вот, я тебе новенькую заказала, чтобы ты не спала. Ночнушечка такая. Хлопок, 100%. А мне там главное, что? Чтобы у нас батареи хватило. А мне там даже подушечки корона, ты как корела будешь. Так, я так понимаю, это очередная партия тут носков. Это мне. А мне что? Носочки вот такие коротенькие, мне нравятся. Так, сейчас. Ты что же? Ну-ка, да, вот с этого. Разных цветов и упаковочками. Это Саша, моя стоит. Носки всегда нужны. Ну, а ты эту синюю платье. А, наверное, это Паша. Нет, это Лёша. Это Лёша, костюмчик. Я на лето на следующее заказала. Так, тут шортики упали ещё. Нет, подожди. Это комплект Паши. Это маечка и трусики. Ну, спать, да. Что ли? Ну, ходить по дому на 6 лет. Ну-ка. Ходить вот по дому. Паша, для тебя. Спать. Вот нет. Сейчас жарко, вот спать в нем. Маечка тебе? И трусики, комплект. Ты же просил, вот тебе, да, я вот, очень классно. Даша, присядь, пожалуйста. У Паши, кстати, ни одного комплекта нету. Ни трусы и майка. Вот нету. Вот впервые купили. Такой мой, такой мягкий. Это папин. Мне так нравится. Это папин. Это папин. Опять нет? Это папин маечка. Подумай. Ну, вообще меня решили сегодня закидать. Маме пока носки. Футболочками, маечками. Это, подожди, это футболочка, ну, также можно и по дому. А можно, то мне что это? Можно и... Ну, футболок у меня сейчас вообще завались просто. Такая легенькая, хлопковая. Подвиньтесь, да, пожалуйста. Я думаю, классненько. Ты что, специально ко мне пододвигаешься? Я думаю, классненько, ладно. Спасибо. Вот это, наверное, маме. Да, я посередине сяду. Я думаю, так будет прикольно. Наконец-то мы добрались до мамы. Так, это... Да, покажу. Можно я сама покажу? Угу. Это я взяла домашний, вот такой домашний костюмчик. Ты легенький. Шампа.
себе. Получается маечка. Мне нравится, что открытые рукава, потому что, знаете, чтобы не потеть, ничего такого. Не вонять. Вот, а там вот, маечка. Присядь, вот, увидишь скоро, мой дорогой. Да, это я буду. Вот не терпится, да? Хлопок 100%. Ну, я буду ставить. Давай, доставай сам. Я думаю, прикольно подумать. Вот так, такое. Маме, отдавай. Мама разберется. Это такое. Тихо. Это мне, это мне. Да. Это я тебе заказала на улице гулять. Что такое? Это костюмчик. Понять. И еще трусики. О, вот. Дашина слабость. Это получается... Это не трусики. Вот такая, как, ну, как рубашка. Да, вот еще тебе. Это футболка. Кофточка. Кофточка, футболочка. Не обязательно, я это буду примерять. Так, ну, да. Ты бы показала штанишки, дай я посмотрю. Ну, что ты сразу бросаешь-то? Покажи. Надо же показать. Я думаю, раз с размером я угадала. 134 рост. Это похоже на маму, смотри, похоже. Вот, вот такие брючки. Так, ладно, попозже мы обязательно это все примерим. Я думаю, что классно тебе будет. Да? А да, это еще что? Садись. Вау, это такое. Так, вот. А это вот маме. А это мы сейчас увидим. Это я себе заказала. Сейчас увидим. 40. Все, тебе горжу. Подожди. Паш, мы тебя сейчас выгоним из кадра. Это я заказала себе сорочку, так же спать, как и Дашеньке ночью. Ух ты, ну все. У меня такая сорочка будет. У такой всех цвет мятный. Пижамки, сорочки. Паша, да подожди сейчас ты. Сейчас не пахнет мятой. 44 размер мой. Ну что, классно? Да, хлопок. Легенькая такая. А то я все в трусах, да в майках. Вот у меня хоть первая сорочка. Так, я так понимаю, это какое-то дело, покрывало, просто это не знаю, я что заказала простыню. Простынка. Вам, вот на этот диван, получается поплин. Двухспальная. Тихо, Паша, ты с ума не сходи. Простыня поплин, фамильное дерево. Ну, я не знаю, ну, давай покажем. Дикари в деле. Паша, можно я аккуратно открою? Паша, ты понимаешь, что так некрасиво себя вести? Он не понимает. Нет. Он сейчас может папа разозлиться и поругать. И сказать стоп камера. Ну что, простынка как простынка. Ну мне надо будет простирать. Ну просто. Короче, дерево. Ну, а я вроде сюда. Целое пледо деревьев, короче. Так было давно, что я уже не помню. Именно что заказывала. Ну классно, теперь у нас новая простынка. Да, а то у нас так. Все просто не порвались и тоже. Да. А ты знаешь, что вы детей? Ну вы такой же. Это мне что? Так, ну это я так 6 лет, я не знаю. Это как... маме. То обычно Дашечка, а сегодня ты. Ну, они по очереди, они по очереди. Вот Даша сегодня молодец. А, я понял. Кто ближе к мешку сидит, тот и дикий. Да? Ну, конечно, я подумала, ты давление. Иди попей и возвращайся. Это только, я заказала. Только не шуми. Паша джинсики. Не топай. Паша? Паша джинсики вот такие заказала. Я думала, ты мне. Да что, все тебе, что ли? У него джинсы. Ты что, прикалываешься? Утепленные одни есть, а вот тонких у него таких вот нету. Без, я имею в виду без начеса вот сейчас. По ростовочке подойдет ему? Их можно подогнуть на 116 рост. Ну, если что, у нас бабушка может нам подшить по ростовочке. Если что, их можно вот так сделать, в принципе. Ну, или да, или вообще. Что заморачиваться, действительно. Так, ладно. Да, кстати, вот эти джинсы на сайте, я уже поделилась. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, дай-ка я прикину. Джинсы есть на сайте. Иди сюда. Не садись, стой. Ну, чуть длинноватые, да, придется подогнуть. Присаживайся, вам. Ну, классно, давай. Ух ты, тут что-то целый какой-то набор. Не знаю, что это такое. Это давай. Даша. Это последнее или что? Нет, там еще есть. Это не... Да, давай там смотри. Еще что-то. А кто ты мне? Не кричи. Так, это я заказала Лешеньке нашему. Слушай, это такое ощущение, как будто Паши. Это получается на 92 рост. Это ему на вырост, естественно. Я так думаю, а что вот это на следующее лето, возможно, ему подойдет. Это вот такой штанишки и кофточка. Это вот такой. Мама, а вот это что такое? Это тоже Леши. Мы не можем про него забыть, правильно? Хоть он у нас самый маленький. Он у нас сейчас спит, как же про него забывать-то? Вот такой вот костюмчик классный, футболочка, шортик на лето. А ты то, что это Лёша? Тут, походу, нет, не все для Лёши. Это тоже для Лёши. Это я им ползуночки заказала. Посмотрите, какие у мать, миленькие. Это такой зайчик. А почему они так в отдельном всем
лежат в одном пакете. Так захотелось. Да? Народ 74 взяла, она выросла. Это я же попросила не доставать. Ну, вроде говорила, но... Так, это вот что? Подожди. Это Паша, я такой джемперочек заказала. Паша, смотри, тебе. Джемпер. Вот тебе на весну, на осень вот такой джемпер. Классно. Посмотри, какой он как идет, как... Так, это что, Паша? Посмотри, нет, Денис. Это Даша. Ну, классно, да. Ну-ка, еще один декольт. Сказала, да я по одной вещи буду. Ну-ка, встань. Ну, встань. Вот смотри, как пиджачок идет, похож, да? Слушай, ты у нас интеллигент, такой, да, будешь такой? Он стильный такой, посмотри. Стиляга. Это кардиган. Это ж кардиган. На рост 122, на 7, размер 7. Ну, ты моднявый будешь. Мне кажется, он очень... Нет, померяем попозже. Сейчас сначала покажем. Все такие все дикие. Так, вот это кому? Это Даша? Это Даша комплектик. Маечка и вот такие вот. Спать можно. Слушай, ну у нее что-то этих комплектиков уже. Ночнушечки, там маечки. Даша первый комплект. Если нет, что. А вот ночнушечку или что-то ты ему сейчас? Ночнушка и комплект. Здорово, давай. Нет, поехали нет, дальше. Да, ты тебя. Это еще Даша комплект. Даша у нас пойдет в школу. Она же там переодевается у нас частенько. До спортзала? Нет, это я имею в виду, нужно даже красиво, чтобы свеженько. Я мечтала о таких трусиках. Смотри, какой квадратный. С сердечками? Нет, просто такие вот, как мальчик. У Даши тоже нет ни одного комплекта. Ни майки, ни трусов. Здорово. Комплектом вот был. Классненький. Очень умный. Так, ну, я так понимаю, это... Вот сама попросила. Тихо, это, смотри, это простын, простынка. Это еще одна простыня, вот Денис. Ну, тут, смотрите, она простая, я думаю, что не будем ее сейчас разворачивать. Простыня, также хлопок 100%, сатин. Давай откроем. Двухспалка тоже. Открывайте, уже что тут. Ну, просто если просто не порвались, взорвались, вот свеженькие тебе заказали. Mm-hmm. Все? Так, ну что, давайте мерить. Больше ничего нет? Давайте мерить, друзья. Так, кто первый? Я. Так, вот он. Моя футболочка. Во. Так. Вторая футболка. Вот у нас и Пашка. Ну-ка показывайся. Ну-ка еще раз. Ой, какой он у нас симпатичный-то, а? Посмотрите на него. Нравится? Тебе нравится? Все, молодец, давай. Тарам! А вот и наша Дашенька. Красавица. Посмотрите на эту зайку, попрыгай. Ай, красота. Все. Ну-ка, ну-ка, кто там у нас следующий? Следующий у нас... Домашний костюмчик. Маечка. Мамочка наша. По дому ходить сойдет. Правда? Конечно, сойдет. Ставьте лайки, кому нравится. И вот они наши девчонки. Девчоночки наши. Они готовимся ко сну. Там наши сорочки. Ну-ка покрутитесь, ну-ка повертитесь. Какие нежные. Ой, какие молодцы. Вот ну что, Пашка? Выходи. Пошли. Мы оставим обязательно ссылку внизу в описании. А вот видео. И мальчики. Переходите, обязательно заказывайте товар. Очень большой ассортимент товаров. На сайте очень вещи хорошие, классные, качественные, натуральные. Нам очень нравится. Мы часто заказываем вещи в любимом Васильке нашем. Ура! Салют. Ну что, дорогие наши друзья, всем спасибо, кто досмотрел нас до самого конца. Ну а мы прощаемся с вами. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока. Пока.